Да, блин. Да мы вообще Карлсоны с тобой, которые живут на крышах. А давай теперь вот туда вот на стройку на эту, которая строится... Друзья, всем привет, с вами Кузака. Я сегодня, значит, просыпаюсь. Как обычно, смотрю на горизонт и вижу, что-то странное у нас на радаре. Мейзбанк и вот эта лестница, устремленная просто куда-то в космос, как будто. Я ее даже не вижу, где она заканчивается. Что это может быть, я даже не знаю. Здорово, Илюха. О, здорово, ты как раз вовремя. Ты видел, что там на Мейзбанке творится? Да, там какая-то новая лестница появилась, что это такое? Я не знаю. Блин, давай проверим. Съездим на нее, как-то залезем на крышу. Я хочу проверить, возможно туда вообще залезть наверх. Чё там такое? Давай съездим, только на чем мы туда поднимемся? А вот хороший вопрос, вертолета у нас нету. Блин. И у меня, честно, даже нет идей. У тебя есть что-нибудь на радаре? Может быть, вертолет у тебя батя припрятал где-нибудь? Не, ну вот у меня есть один знакомый, Джимми Де Санто, мы с ним тусили недавно. И он, возможно, нам сможет помочь. Джимми Де Санто? Это тот, который сын Майкла Де Санто, что ли? Да, именно. Да ты чё, где ты с ним мог тусить-то вообще? Это ж такой да чел вроде... В одной кафешечке классный. Такой. Кафешечка. Очень интересно. Да. Поставь метку тогда, поехали, посмотрим. Вот мы прибыли по месту назначения, в бургершот. Что здесь может быть такое? Зенторна стоит какая-то, смотри, прокачанная. Ну, нифига себе. Ну, видимо, кто-то богатенький тут. Давай зайдем. Погнали. Пролекс, ты уверен, что это кофе как-то нам поможет вообще? Да, конечно, оно 100% нам поможет. Кофе, чтоб подрило хотя бы... В этом что-то правда есть, что-то такое, вот да. A few moments later. Вот теперь что-то, по-моему, меня вперло. Мне прям даже, смотри, как-то ходить хочется быстро, бегать. Нифига себе, я просто... Это что за кофе хочешь. Такое, я не понял. Ну-ка, я прям чувствую прилив сил, прилив бодрости. Опа! Нихрена себе! Я как Супермен вообще, и ты тоже теперь так же можешь прыгать? Да. Ни хрена себе, Джимми тебя вообще не обманул. О, ну я вот на балкончик запрыгнул. Слушай, а теперь капец. У нас правда есть, по-моему, силы запрыгнуть на Мейзбанк. Да, теперь мы вообще с легкостью сможем это сделать, вообще без каких-либо проблем. Я надеюсь. Вообще спокойно. Я надеюсь, что у нас получится это. Ну-ка, а на здание повыше давай, опа, хорошо, а если вот так, о, нифига себе, я теперь умею летать как птица просто, вот это суперспособности, я уже на небоскреб какой-то запрыгнул, офигеть. Ё-моё! О, здорово, давай, Баба-Яга, лети сюда, здорово, охренеть, зачем даже ты упал, ничего, отлично вообще, супер. Да, что-то кофе слишком бодрит, круто вообще. Да, опа! Полетел! У-ху! Офигеть! Просто Red Bull окрыляет, типа, как из рекламы, реально! Да. Вот это всё, да! Я на каком-то другом здании чуть повыше забрался. О, я тоже, по-моему. Я полетел дальше! О, ты на нём был! Ни хрена себе, ты вообще летун! Я вообще, да. Так, я к тебе! Опа! Я приземлился, бам! Нифига себе! Я тут просто какие-то пропеллеры. Так, я к тебе лечу! Дружище, опа! Ой! Каска, каска меня спасла. Мне без каски хорошо. Уи! Ни хрена себе! Полетел! Я к тебе! Ё-моё! Я что-то вообще капец. Я летаю! Так, я тоже лечу! Пожалуйста, давай, я тебя вижу! Давай! Опа! Как же круто! Это слишком офигенно! Кофе вообще вот это бодрящее! Да, но вот с каким-то сюрпризом, походу, кофе. Реально сюрпризом! А! Чуть не упал. Так, я погнал! Пока! Хочу на трехсосковую, вот эту вот, которая три башни. Похоже на Мейзбанк сверху. Опа! Я тут, а! Нифига себе! Мы почти уже забрались! Мейзбанк, вот он, вот она лестница! Я ее даже не вижу ее конца отсюда! Давай она теперь... Она очень высокая. Вот туда вот полетели! Опа! Вот это сила кофейка вообще! То, что надо!
Проликс! Дэну приземлился, блин. Да мы вообще Карлосоны с тобой, которые живут на крышах. А давай теперь вот туда вот настройку на эту, которая строится... Проликс, просто как ты так навернулся? Да я, блин, споткнулся что-то. Теперь все заново проходить. Ладно, я постараюсь допрыгнуть. Опа! И полетел до этой стройки. Лечу. Лечу. Я надеюсь, что я долечу. Блин, я, по-моему, тоже не долетаю. Нет! Ты такой же лох, как и я. Капец, все заново проходить. Жесть. Ой. Весело, прикольно так прыгать. Попытка номер два. А теперь я точно долечу. Разгончик. И прямо сюда. Погнали, погнали. Нет, тихо. Ой, я погнал, я полетел, я полетел. На стройку на какую-то. А я вот что-то не смог. Я четко полетел, вот какие-то мягкие мешки на них. Цемент. Немного не мягкий. Цемент, ладно. Чисто, нормально. Красавчик. Немножко не мягкий, ну ладно. Так, а я еще лечу. Прям сейчас на тебя прилечу. Опа! Ага. Я походу Танос, я приземлился на цемент и вообще не почувствовал. Что ж, а теперь последний рывок надежды, и мы на Мейзбанке! Па-бам! Финальный. Опа. О! Опа! О! Тихо! Тихо! А, отлично! Я чуть-чуть не долетел в телеметре. Мы с тобой одинаково. Заберемся. Давай. Я прямо отсюда сейчас запрыгну так. Давай, я пешочком. Опа. Нет! Вот так вот. О, нифига ты трюкач. Смотри. А я, пожалуй, не буду рисковать, как лестница. Ты не хочу упасть. Ага. Покались. Ух, нифига. Да. Ну, отсюда она выглядит вообще пипец какой-то длинный. Вот какие-то мочки лежат. Офигеть. Там просто забираться на нее километры. Хорошо, что здесь эти мотики стоят и вправду. Давай тогда постараемся забраться как-нибудь. Давай. На мотиках это дело будет, наверное, полегче чуть-чуть. Главное пешком, да. Главное не слететь с этой лестницы тоже. Ты меня там в попу, главное... Не подпишешь. Красавчик, снова упал. Все заново проходить ему. А я поехал дальше тогда. Ай! Ай! Я сейчас тоже... Я сейчас догоню. Ты чё? Я не понял. Тихо! Пошел отсюда! Куда? Не надо! Назад! Это ты дурак! Да нет! Сейчас я тебя тоже там скину. Не-не-не-не-не. Не получится, не получится. Ничего не получится. Главное самому сейчас не споткнуться здесь на мотике. Вот да, он же здесь штырится так хорошо, прям в разные стороны. Здесь есть сейв-платформы. Вот это очень хорошо. А, ну чекпоинтов нету? Ну как бы есть, ты на нее заезжаешь, и сразу здесь можно появиться, если... Ты упал. О, я почти заехал на твою платформу. А-а-а, догоняешь меня, значит? Все, я заехал. Может, тебе какие-нибудь бомб-липучки расставить здесь? Ну, не надо, а то еще потом меня будешь ждать, пока я заново. Давай мы сюда сюрпризик вот так вот поставим. Блин, она сейчас на меня сработает же. Не надо. Я не люблю твои сюрпризы, они какие-то... У меня байк сломался, у меня байк взорвался! Капец! Я тебя догоняю. Сейчас только что взорвал свой мотик. А, здесь еще один такой же стоит, отлично, отлично. А я тебя уже догоняю. Да ты смотри на него. Давай падай об мое колесо, стукайся. Тебе повезло, что я взорвался на своей мини, блин. Ну молодец, вот сам себе. Да. Ну, ничего, я вот торопиться сейчас... не буду. Тише едешь, дальше будет. Мы сейчас второй раз, только мы уже возьмем вот такую. И. Ой, блин! Блин, повезло. Тебя толкнуть? Нет! Не надо! Плохая идея! Я еду и так 80 км в час, а ты здесь ускоряйся посильнее. Да. Ускоряйся. Опа. Давай. Нет! I believe I can fly. Так и получилось. Я сейчас вернусь, я сейчас тебя еще догоню. Там не радуйся раньше. Давай, Карлосон. Он обещал вернуться, но он так и не вернулся. Так. Ой, нет! Друзья, это вообще что такое? Кто построил эту вышку? Или она нам уже кажется из-за этого кофе? Хотя кофе мы пили после того, как полезли сюда. Ой. До. Это кофе-то действует просто. Ну да. Просто дорога в рай. Дорога в рай бесконечная. Да, реально. Что там будет на конце? А нам еще мы хотя бы половину поднялись или еще нет? Я не знаю. Ну вроде бы да, я уже вижу ее конец.
Интересно, что там? Может, там какая-нибудь тачка крутая? Можно еще одну тачку взять, или потом ее можно будет просто хорошо продать. Я просто в космос какой-то забрался, да! Да, или мне поделись. Отлично! Я... Ты уже забрался? Я забрался, да! Офигеть! Мне тут аплодируют, тут аплодисменты, это какой-то розыгрыш был специально. Да ладно! Мама самого Джимми! Того чела, который нам кофе подарил, Мартин Мадраса стоит из Зенторна! Зенторна я выиграл! Подъезжаю, дружище! Подъезжаю. Давай! И салам, здравствуйте! Я тут, а? Ага. Себе. Смотрите, да! Ну все, получается, мужики. Я выиграл Зенторна и просто отправляюсь в космос на ней! Тихо! Я увидел, крутой космос! Да, чуть-чуть здесь подлянку мне устроили. Так. Юху! Офигеть! Весь Лос-Антос отсюда видно. А ты где? И сколько мы тут лететь будем, интересно? Да я прям за тобой на мотике лечу. А? Я тебя сейчас постараюсь догнать в воздухе. Просто летим бесконечно. Сейчас моя новая Зенторна превратится просто в какашку. Ну да, тут сейчас ее просто так, разломаешь. Я на подвесочку постараюсь. Оба! Ой! Чуть-чуть помяло, но нормально. Вот в таком конкурсе, друзья, мы сегодня поучаствовали с Проликсом. Если вам понравился он, то подпишитесь на наши каналы, поставьте лайкусик и оставьте свой комментарий. Всем удачи и всем пока! Всем пока!